Но даже несмотря на проблемы с формированием правительства, в Германии экономический бум. Там практически нет безработицы. По последним официальным данным, нетрудоустроены всего 5% населения. Столь высокой занятости в стране не фиксировали уже лет 10. Но в связи с небывалым экономическим ростом теперь возникла другая проблема. Не хватает квалифицированных кадров. В Германии даже подумывают привлекать специалистов из государств, которые не входят в Евросоюз.